Итак, всем привет-привет, с вами Кононова Аня, и вот 6 таких вот коробок с такой вот продукцией мне пришло. Я все это сократила, когда все там по 5 штук, по 10 штук, да, убавила до 2, и сейчас вам буду рассказывать, что же мне пригодилось летом. Обожаю широченный ассортимент компании Faberlic, это просто награда, вы посмотрите, какой он классный и широкий. Итак, буду показывать чеки, в чеках вы будете видеть 100%, что мне пришло, да, то есть это футболка с размером 2XL, одна штучка мне пришла, да, то есть я ее вам уже снимала, вот тут вы ее увидите, получается, артикул 870-763, очень классная футболка, мне пришло их 2 штуки. Так, далее, следующий чек у меня идет на 7000 рублей. Это тоже куча футболок, которые я сняла в прошлом обзоре, поэтому добро пожаловать на мой YouTube-канал. Предыдущее видео было именно о всех футболках, которые у меня есть. Дальше, вот такой вот антистресс аромамасло мне пришло. Это мазать за ушками, можно себе, можно деткам. В стрессовых ситуациях или просто если у вас есть какое-то чувство тревоги и так далее. Такое вот шариковое прекрасное маслице. Наносите вот так вот на руку, слушаете аромат и успокаиваетесь. Состав реально классный, подходит он всем. Он натуральный, идет лимон, мята перечная и перец черный. То есть прям реальный такой хороший, классный антистрессик. Да, наносить его можно на запястье, на плечо, сзади на шею, на виски. Если заболела, например, голова, оно идет именно с шариковым аппликатором, что очень удобно и помогает с эмоциональным и физическим напряжением и улучшает настроение, способствует повышению уверенности в себе. Очень такая классная композиция, которая мне нравится самой. Заказала его тоже несколько штучек. Почему? Потому что еще для Викусики, для моей, она часто бывает нервничает, да, я где-то и перед сном могу нанести себе на пальчик и чуть-чуть за ушком или на подушечку нанести, чтобы засыпалась лучше, да, то есть это вообще очень приятно, когда такой продукт есть в компании, всегда с заботой о человеке. Далее у нас вернулась такая вот красота, это ароматический диффузор, палочки покупаются отдельно, я помню даже с ценника, они стоят 44 рубля, недавно у меня купили 6 таких упаковочек, да, я, кстати, продаю, хотя раньше не продавала, до этого была в другой сетевой, но продавала из-за того, что не хотела продавать, а сейчас у меня люди приходят, смотрят и говорят, я тоже хочу, в общем, такая вот ситуация, вот такие вот аромадиффузоры ароматические, которые идут как более 30% основа растительного происхождения, а 5-15% это смесь ароматических и эфирных масел, такой, знаете, нежный легкий аромат, не воняет, нету такого ощущения, что там точечно какая-то вонь, нет, они наоборот, знаете, делают квартиру приятнее. Сам аромат в квартире улучшают, что ли, да, качество воздуха в квартире улучшают. Ну, тут написано до 3 месяцев, но, если честно, мне хватает месяца на 1,5, да, ну, и также зависит от количества палочек. Где-то там прихожие, коридоры и так далее, я могу все 4 палочки поставить. Если это, например, спальня у ребенка, то я, конечно же, ставлю 1 палочку и могу забыть аж на полгода, только пыль протирать. Очень удобный такой коробочке они приходят. Это очень классно дарить. И, честно сказать, я как-то раз на Новый год всем подарила эту красоту. И что вы думаете? Вот угадайте. Я подарила 10 таких наборов. 9 человек у меня их до сих пор покупают и ждут. И когда я им написала в чат, девчонки появились, они мне 3, мне 5, мне 8. Мамам всем начинается им покупать. Такая вот красота. Поэтому я очень счастлива. Очень жалею, что забыла заказать палочки, но я их заказала уже в следующий раз. Значит, Black Amber — это такой, ну, на мой взгляд, очень дорогой, приятный аромат. Тут он очень плотно, дорогой такой приятный аромат, аромат какой-то вот, я бы даже не постеснялась сказать, роскоши, чего-то такого вот шикарного. Его здорово ставить где-то, где не нужен антистресс, да, ну, в спальне, я думаю, антистресс куда лучше ставить, да, релакс, антистресс, что-то такое. А вот этот аромат, ну, на мой взгляд, где-то вот, может быть, на ресепшн, там, в салоне красоты можно поставить. Вот у меня девушка, мастер моего маникюра, она ставит их как раз туда, где приходят все клиенты, и у нее уже столько много заказов именно на эти диффузоры. В общем, еле открыла, уже подцепила ножницами, да, у нее столько заказов на эти диффузоры, что я ей говорю, слушай, солнце, регистрируйся сама, заказывай сама. Она живет город Киров, у нее друзья, Ирина и Алексей Перемичевы, делают все с доставкой на дом.
И вот это, наверное, мой самый-самый такой любимый аромат Black Amber, потому что он, ну, прям с невероятно классным таким ароматом. Тут идет бергамот и корица. Ну да, вот такой какой-то, знаете, такой бергамотово. Очень такой приятный, дорогой аромат. Я помню, как-то был у меня у сестры очень дорогой аромат. Я еще была ребенком. И вот мне напоминает этот аромат. Вот это вот немножечко есть какая-то чуть-чуть сладость, но больше такой дороговизны, сладкой такой, хорошей, качественной. В общем, я очень люблю этот аромат, поэтому, конечно, с превеликим удовольствием, когда ко мне кто-то в гости приходит, его послушали, все, они уже начинают его покупать и заказывать. Далее, вот такую красоту я заказала. Это у нас идет крем-спрей для волос, так и называется, 17 в одном, артикул 210, 200-10-0, он идет 100 мл. Я в него просто влюбилась, потому что это, во-первых, и защита, и уход, и удобная очень упаковка. Я его брала с собой в путешествие, мне практически на все путешествие его хватило. Заказала потом вторую штучку. Очень понравилось средство, потому что оно такое, знаете, легкое, невесомое, ну, если не перебарщивать, конечно, оно легкое, невесомое. Дизайн такой тоже очень-очень приятный, тут крышечка. Что же тут такого 17 в одном? Это реально многофункциональное средство идет. Для интенсивного ухода за прядями он обеспечен мгновенный эффект, делая волосы гладкими, здоровыми, ухоженными. И даже мои блондинистые волосы, они реально блестят. Прям блестят. Это очень приятное такое ощущение. Они такие мягкие. И нежная текстура, как раз вот кремовая эмульсия, она легко распределяется, не перегружая пряди. Ну, смотря, конечно, тоже сколько набрызгать. Если много набрызгаете, то получится не очень-то хорошо. Вот такая вот консистенция. Такая вот у него густота, красота. Запах такой очень нежный, легкий, сладковатый. Еле уловимый, но есть. Также он подходит для всех волос. И та-дам-да-дам, что такое 17 в одном, да? Сейчас я прям перечислю. Во-первых, это восстановление поврежденных участков. Считайте. Гладкость и шелковистость, ощутимое смягчение прядей, термозащита, легкость расчесывания, интенсивное укрепление волос, снижение ломкости, устранение пушистости, глубокое питание без утяжеления, здоровое сияние и блеск, обеспечение укладки, защита от внешних факторов, антистатический эффект, предотвращение сечения кончиков, активное увлажнение, эластичность пряди и повышение плотности волос. Вот такая вот красота. Очень понравился, рекомендую попробовать, потому что я лично после того, как попробовала, мне прям все другие предыдущие стали немилы сердцу. Да, если можно так выразиться. Еще мне очень понравилось в поездках, знаете, я его просто наносила на волосы, просто укладывала феном, и укладка, ну так, лучше держится, чем без него. На самом деле лучше с ним, чем без него. Это прям очень хорошая штучка, очень классная находка. Она мне напоминает предыдущий спрей, не спрей, а крем в такой зеленой упаковочке. Я по нему очень сильно скучала, потому что у меня волосы тонкие, обесцвеченные. Я их крашу каждые полтора месяца, потому что у меня уже очень много седины. И, конечно, это для меня лично огромная находка. Когда он у меня закончился, я очень хотела его взять с собой в поездку, но его не было в наличии. Я понимала, что я буду его каждый день ждать. И когда он появился в наличии, я взяла 10 штук, девочки. Сразу взяла 10 штук. Я была в поездке, мне ребята сюда домой привезли заказ. Он ждал меня 28 дней, потому что мы путешествовали в Турции. Потом школа развития человека, лидерская поездка в Турции, школа развития человека, Беларусь, белорусский движ в Минске у нас проходил, и Кыргызстан на озере Иссык-Куль тоже были лидерские встречи. То есть я ездила прям, можно так выразиться, в командировку добровольную, да, и очень хорошо он мне вот этот спрей помог. Без него я бы не смогла делать такую укладку, или делала бы, но пересекла бы, например, себе все волосы. Это, конечно, факт. Очень классный спрей, который дает возможность и волосы сохранить, и от солнышка защитить, и от фена, от плойки защитить, потому что волосы сохнут. Вот это очень прям классная штука. Дальше комплекс для поддержки костной ткани. Я уже рассказывала, что у меня есть весы Пикук, артикул 158-45. И когда-то я взвесилась, и мне написали, что у меня недостаток костной ткани. И я обратилась к своему доктору, спросив Лену, говорю, ну что ж такое, почему у меня не хватает костной ткани, как такое вообще может быть, и как такое могут увидеть весы. Она говорит, весы видят сейчас много, сейчас очень крутые весы по стопе, как-то вот определяют, что не хватает костной ткани в костях. Я говорю, и что мне теперь с этим делать?
Она посмеялась и говорит, ну у тебя же Faberlic есть поддержка костной ткани, пропей, все будет хорошо. Я на самом деле пропила, и на самом деле все было хорошо, и все было отлично, и когда в следующий раз взвесилась, мне костей уже хватало. А почему не хватает костной ткани? Она мне ответила на этот вопрос, что когда мы привыкаем однотипно питаться и не восполняем организм веществами, питательными элементами, белком, минералами, витаминами и так далее, организм просто это берет из костей, потому что без ноги организм, оказывается, может жить, а без сердца нет. Поэтому вот таким образом и получается. Тут как раз-таки вот тот самый суперский состав. Вообще молекула Force – это биологически активные добавки к пище, которые разработаны для комплексной поддержки здоровья по системам организма. Все формулы усиленный биоперином и также имеют, конечно же, сертификат халяль имеют, и, конечно же, свидетельство о государственной регистрации для России, а в Казахстане сертификат халяль. Именно эта биологическая добавка к пище, комплекс для поддержки костной ткани, он реализует оптимальную модель метаболизма в костных тканях и восполняет дефицит и регулирует вещества. Вот такие вот капсулки, их можно раскрывать, пить, а можно пить так просто вместе с вот этими вот капсулками. Значит, он способствует укреплению костной ткани, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и нормализует обмен кальция в костях. Идет 60 капсул по 893 миллиграмма. Также в составе идет порошок ламинарии и кальций, который помогает поддерживать высокий энергетический баланс в организме и нормализует обмен веществ, а также способствует оптимальной усвояемости и укреплению каркаса костей. Витамин К2, менахинон, играет важную роль в обмене веществ, укреплении костей и соединительной ткани, работе почек и также участвует в усвоении кальция и обеспечивает взаимодействие кальция и витамина D. Витамин D3, холекальциферол, это вещество, главной функцией которого является обеспечение всасывания кальция и фосфора из продуктов питания, и дополнительная функция у него стимулирует размножение клеток и синтез ряда стероидных гормонов. Вот такая вот красота, и идет восполнение, да, то есть состав, как мы с вами поняли, это у нас идет кальций, ламинария, порошок, перец черного, то есть биоперин, витамин D3 и витамин К2, менахинон. Вот, поэтому будем здоровы, и чтоб с костями было все хорошо. Следующий БАД, это, конечно же, коэнзим Q10. Я о нем рассказывала, что этот коэнзим Q10 идет как срок жизни клетки. Что значит срок жизни клетки? Да? То есть мы все состоим из клеток. Глаза, сердце, кожа, почки, легкие, это все клетки. И вот как раз недостаток коэнзима Q10 уменьшает срок жизни клетки, то есть уменьшает срок жизни вообще человека. И когда у человека Q10 в организме мало, он рождается с большим, так, где-то там уронила, да, он рождается с большим количеством Q10, и где-то 30 годам оно очень сильно уменьшается. И вообще, если Q10 в организме мало, то человек и жить не сможет. Поэтому такая вот красота для увеличения срока жизни клетки, всех клеток в организме, а значит и для увеличения продолжительности жизни у нас есть артикул 158.37. Он обладает ярко выраженным антиоксидантным действием, способствует выработке энергии на клеточном уровне, положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и положительно влияет на состояние сосудов и разжижает кровь, что, в принципе, очень важно. Содержит 60 капсул по 464 миллиграмма. Да, вот сейчас я прям сфокусирую состав. Что-то камера у меня сегодня капризничает или не капризничает, непонятно. Да, и как раз-таки самое основное, да, что у нас есть, это коэнзим Q10, он влияет на энергетический обмен в организме, замедляет образование свободных радикалов в клетках, стимулирует процессы кроветворения и сердечную деятельность, улучшает деятельность тимуса, это вилочковая железа, повышает сопротивляемость организма заболеваниям и инфекциям, предупреждает ишемию миокарда, устраняет синдром хронической усталости и астению, замедляет процессы старения. Также арония черноплодная содержит антоцианы, которые обладают способностью перехватывать многие виды свободных радикалов, снижает в плазме крови уровень общего холестерина, также триглицеридов и С-реактивного белка.
еще, да, в составе идет экстракт чеснока. Я очень удивилась, когда-то прочитала. Но оказывается, он обладает способностью снижать уровень плохого холестерина и расширяет кровеносные сосуды. Оказывается, вещь-то какая суперская. Ну и, конечно, в составе тут еще идет дигидрокверцетин и витамин А. Это мощные антиоксиданты, которые хорошо сочетаются с коэнзимом Q10. Вот такая красота. Также заказала себе по распродаже вот такую вот красотку с артикулом 1813. Это у нас идет очищающая пенка для полости рта. Она мне очень сильно выручает и в дороге, и везде. Чем она мне понравилась? Вот вы знаете, тем, что действительно, когда полощешь рост, есть ощущение почищенных зубов. Конечно, не идеально почищенных зубов, но прям почищенных. Вот серьезно вам говорю. И тут еще идет 97% натурального происхождения. И смотрите, самое интересное, что продукты, вот эти вот, да, нуки, они изготовлены с помощью уникальной нуки-технологии. Тут идут активные компоненты, которые встраиваются в структуру эмали и восстанавливают ее, а также поддерживают оптимальный баланс микрофлоры полости рта. Представляете? Ну, это вообще здорово, да, по идее, как бы это прям классно. Что еще могу сказать про эту очищающую пенку, да, благодаря своей консистенции она проникает в самые труднодоступные места и эффективно очищает зубы от мягкого налета, ну, вот я им говорила, да, чистит, но не до конца. Освежает дыхание, идеальный вариант для тех, кто носит брекеты, кстати. Также она содержит сок ананаса, и у нее такой есть легкий ананасовый вкус, очень приятный. Он, оказывается, содержит органические кислоты и витамины С, которые бережно ухаживают за слизистой полости рта, тоже имеет и декларацию о соответствии, и сертификат качества, и сертификат халяль, что тоже очень-очень здорово. Видите, уже превратилась в водичку. Очень хорошая такая, легкая, сладковатая, метноватая, ананасовая такая свежесть после нее остается. Далее на очереди кислородный бальзам Global Oxygen линейка. Это уже 4-е поколение или 5-е. Вот исправьте меня в комментариях, не помню, какое это поколение кислородной косметики. Приходит тоже в классной упаковочке. Классно будет такое дело вообще дарить. Очень-очень-очень сильно люблю это средство. Да, смешиваю его в основном с какими-либо кремами, потому что он увеличивает действие всех кремов из-за очень высокого содержания новофтема. Артикул у этого средства идет 5806. Оно идет 50 мл. Такая вот красота, ну прям swatch dog swatch, да, сняла. Да, вот такая вот густущая красота. Пахнет чем-то таким, знаете, нежный, такой солнечный, сильно солнечный морской бриз. И что он делает? Это, во-первых, абсолютный хит продаж. Универсальное средство для поддержания красоты и комфорта кожи. Им мажут все. Укусы комаров, прыщи, раздражения. То есть он помогает. Он не супер быстро мега заживляет, но он реально помогает. Он мгновенно увлажняет и удерживает влагу более 72 часов. Также активизирует все биологические процессы в коже. Ускоряет самообновление кожи и запускает детоксикацию. Восстанавливает защитный барьер и устраняет дискомфорт, защищает от негативного воздействия окружающей среды. Ну и в результате кожа будет с ним более упругая, мягкая и сияющая. Я его даже порой вот с ночным дневным кремом, неважно какой крем, антивозрастной или там SPF, я могу его перемешать с кремом или с сывороткой даже и наносить на кожу по маленькой капельке, и он усиливает действие всех косметических средств, потому что тут идет технология Never Stop Energy. Это как бы три уникальных компонента для доставки кислорода и активации его использования каждой клетки для эффективного синтеза и энергии. Также кислородный комплекс, вот про который я вам говорила, новофтема 2, он повышает количество кислорода в коже через несколько минут после нанесения и обеспечивает его доставку в глубокие слои. И вишенка на торте — это наш знаменитый витамин С и глутатион. Так вот, он как раз очищает, да, они вместе очищают внутриклеточное пространство и усиливают эффективность превращения кислорода в энергию. То есть вот такая классная штука. Ну, по-русски говоря, даже когда у меня муж сгорел где-то, не знаю, прыщик, раздражение, выдрали зуб и так далее, я беру малофтилин, перемешиваю с кислородным бальзамом, перемешиваю с Signum One и наношу толстым слоем. Если сгорел, желательно каждые 2 часа наносить толстым слоем. В общем, вещь просто наивеликолепнейшая, крутая, и хватает его, как вы понимаете, надолго. Да, видите, маленькую горошинку с мизинчик получается я нанесла на руку, и он очень толстым слоем лег. То есть его на по чуть-чуть, и всей семьей мы им
пользуемся. Также я этот крем и мамам, и папам отвезла, чтобы они мазали себе ручки и так далее, там, перед огородом, после огорода. Ну, вот, любят они. Конечно, он дорогущий, но он того стоит. Далее идет один из самых моих любимых ароматов. Его еще называют аромат денег. Почему, да? Потому что это денежный аромат. Прям так все и говорят. Да, давайте с вами будем его открывать. Значит, это аромат Алатау с артикулом 3120. Направление аромата у него, в принципе, он такой простой аромат, хороший. Идет свежий, зеленый и цветочно-древесный аромат. Мне он очень нравится, он легкий, он приятный. И вот это вот ощущение вообще, такое вот приятности такой, я еще не нашла человека, которому бы он не понравился. Вот реально, Алатау нравится практически всем, потому что это такой цветочно-морской, может быть, я даже бы так сказала. Верхний ноты у него идут цедра лимона, красные ягоды, замороженная мята и также аккорд свежего горного воздуха и прохлады озер. Вот вы представляете, прям такой холодный, приятный аромат. Ноты сердца идут флер д'оранж, ландыш, гиацин, фиалка и дикая роза. Вот как раз вот эти вот цветочный такой вот аромат дополняет, и Алатау перестает быть односложным ароматом, то есть в нем есть вот эта вот изюминка. И шлейф у него идет хвоя, сосны, дубовый мох, ветивер, фиалковый корень, пачули, амбра и мускус. В общем, очень приятный, классный, суперский. Ну и говорят, что амбра, она к деньгам. Да, девчонки говорят, что когда садятся рекрутировать, обязательно наносят на себя Алатау и настраиваются на то, что к ним придут классные бизнес-партнеры. Мне эта водица из-за своей легкости, она мне дает какое-то, вот знаете, немножечко такое приятное умиротворение. Мне приятен этот аромат, он мне поднимает настроение, вот лично мне прям поднимает. Здорово. Так, дальше что же мне вам показать? По распродаже остатки сладкие, кстати, Нуки тоже идет в распродаже остатки сладкие, боюсь, что он закончится. Мне бы очень не хотелось, чтобы он заканчивался. Идет такой же вот бальзам против выпадения волос. Я очень давно такими бальзамами пользуюсь. И могу вам сказать, что это просто для меня лично это мега вещь. Это суперская находка. Во-первых, он такой вот густой, клевый, классный. У него... Ну, не очень прям супер такой приятный аромат. Сразу честно вам сейчас скажу, что у меня есть с детства в наследство, да, досталось псориаз. И когда у меня обострение, я им, конечно же, не пользуюсь. Почему? Потому что он как бы пощипывает немножко, да, немножко пощипывает. И, конечно, мне это не очень-то приятно. Но на самом деле этот бальзамчик, у него приятный аромат. Он идет с артикулом 1737, 100 мл. И он очень-очень хорошо работает. И он идет именно против выпадения волос. Он укрепляет волосы, делает их живыми, блестящими и содержит уникальный комплекс, который снижает эффективность выпадения волос. Подходит для ежедневного применения. Ну и способ применения у него очень легкий и очень простой. Его нужно нанести на влажные волосы и кожу головы, то есть на волосы тоже можно наносить, и оставить для воздействия на 3-5 минуток. Но влажные. То есть если вы хотите, чтобы он у вас хорошо прям сработал, конечно, его нужно волосы просушить полотенцем и вот на такие слегка влажные волосы после полотенца нанести, одеть шапочку, походить в этой шапочке. Если вы хотите действие на четверочку, то просто отожмите полотенцем и прямо в душе нанесите, и пока моетесь, он у вас будет работать, да, на вашей коже головы, а потом смоете его. Ну и на троечку это прям помыть голову, нанести на всю голову, чуть-чуть повтирать и сразу смыть, да, как мы смеемся. Артикул 1737, очень хорошее средство, прям во многом мне помогает, и я очень часто его заказываю. Далее, Bud Bubble Detox, очищение кишечника, работает круто, клево, классно, очень мягко. Тон у нас с вами, получается, разработан на основе комбинированного действия натуральных компонентов. Устраняет нарушения моторики кишечника, обеспечивает освобождение кишечника и излечивает хронические воспаления после запоров. Представляете, он еще и лечебный. Также он обладает мягким, очень мягким слабительным действием. Первый, второй день я не очень это действие почувствовала. Почувствовала только на третий день. Наверное, как-то вот так, да. Выводит из организма шлаки и токсины. Также компоненты в составе оказывают противовоспалительное и восстанавливающее действие на организм. Идет 60 капсул по 752 мг. Капсулка эта также открывается, ее можно высыпать там, например, на ложечку, кушать так просто и водичкой запивать тоже допустимо, но я так в капсулах пью. Честно скажу, очень классное такое облегчение, я его принимала, мне мой доктор сказала принимать за 40 минут до еды. Кстати, коэнзимку 10 тоже за 40 минут до еды нам не сказала принимать, вот забыла сказать. Мне так сказал мой доктор, неважно, что там на сайте написано, почитала став и сказал, что лучше действие будет за 40 минут до еды.
И вот как раз-таки я его принимала не месяц, а месяца три. Не как вот тут написано, во время еды и так далее. То есть я принимала, как мне врач мой сказала. И, конечно же, мне очень приятный такой эффект. Легкость, радость, менее такое вот порывистое какое-то настроение. Потому что, оказывается, наш кишечник нами управляет. Поэтому почитайте книжку. «Мой очаровательный кишечник» оно называется. И вы сразу поймете, что такое очищение кишечника, что такое bowel detox, да. То есть сразу все поймете, как вообще кишечник нами играет, нами управляет и нашим настроением, и настроением наших малышей, кстати. Что он еще делает? Тут в составе есть аскофилум и ламинария, вроде бы очищение кишечника, но идет он на таких прям на травках. Значит, аскофилум и ламинария имеют высокое содержание пищевых волокон, главным образом олигосахаридов и бета-глюканов, которые обладают широким спектром эффектов, главными из которых являются противовоспалительный, иммуномодулирующий и восстанавливающие поврежденные клетки. Дальше фукоиданы – это полиферолы, которые оказывают сильное антитромботическое и антиангиогенное действие, которое стимулирует развитие новых кровеносных сосудов и препятствует тромбообразованию. Дальше алоэ – это мощный натуральный антибиотик, который убивает кишечную и дизентерийную, палочки даже, сальмонеллы даже убивают, обалдеть, обладает мощным противовоспалительным действием. Также сенный экстракт сухой стимулирует перистальтику толстой кишки, вызывает нормальный стул через 8-10 часов после приема. Да, ну где-то так оно и бывает, потому что я его пила за 40 минут до ужина, поэтому как бы да, где-то с утра вот ты идешь и уже все хорошо. Избирательно действует на ободочную кишку, восстанавливает нормальное функционирование кишечника, не вызывает привыкания и не влияет на пищеварение. Ну и последний ингредиент – это солодка голая, которая применяется как противовоспалительное спазмолитическое обволакивающее средство при энтеритах, колитах, гастритах и язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Вот такая вот красота. Все вам показала, рассказала. Действительно вещь стоящая. Да? То есть я его тоже заказала, как вы видите, немного. Мало. Ну и, конечно, наш с вами магний. Очень даже великолепная вещь, которая влияет на всю работу организма. Оказывается, если в организме не хватает магния, даже кальций будет очень плохо усваиваться. А неусвоение кальция – это плохие кости. В общем, там такая цепная реакция. И все из-за магния, представляете, да? Артикул у магния идет 158.01. Тоже, видите, все значки, все тут есть. Вот состав в чистом виде, магний 400 мг. А это содержание двух таблеточек. Биологически активная добавка к пище – магний хелат, которая обеспечивает надежную поддержку нервной системы, восполняет дефицит магния, при котором нам сложнее справляться с эмоциональным перенапряжением и физическими нагрузками. Да, спорт для организма тоже своего вида стресс, ему приходится расходовать там жир, калории и так далее. Это тоже стресс, поэтому магний тоже нужен и для мышц, и для мозгов, да, для нашей нервной системы. И также магний эффективен для предупреждения сосудисто-сердечных заболеваний. Да, любители кофе, обратите внимание на магний. Значит, хелатная форма усиливается в 5 раз лучше, чем другие формы магния. У нас как раз таки магния хелат. Также способствует повышению устойчивости организма к стрессу, укрепляет сон, действительно так и есть, поддерживает нервную систему, мышцы и сердце и способствует снятию мышечных спазмов и судорог. В упаковке 60 таблеток массой 1100 мг. Ну, расскажу вам, конечно же, про свою мамулечку. Нам 78 лет и ей, конечно, бывает тяжело, у нее начинает сводить мышцы, она ревет и больше у нее мышцы не сводит, потому что она пьет магний с кальцием каждый день, потому что бедная намучилась и намучилась очень сильно с тем, что у нее сводило ножки. Так, что ж у нас еще есть? А вот, кстати, мне на ночь, пожалуйста. На ночь я принимаю по две штучки такого вот магния, да, то есть им можно даже порисовать, наверное, да, такой, видите, беленький налет на пальчиках от него, то есть прям магний-магний. Дальше, что мне очень нравится, это наша новая линейка, хотя она уже не новая, ее выпускали, еще снег лежал, точно помню, я ее дарила всем на Новый год, да, всем своим, линейка очень недешевая, но я ее подарила всем прям на Новый год, почему? Потому что она мне безумно понравилась, понятно, что я люблю людей, которым дарю подарки, если бы я их
да, если бы я с ними была бы плохо знакома, да, то есть я бы, конечно, не дарила бы такие прям крутые подарочки. И это вот такое молочко, которое у меня за месяц поездки закончилось. Я очень благодарна вообще компании Faberlic за такую супер штуку. Это молочко для умывания, которое идет как омолаживающее. Оно мягко и эффективно удаляет загрязнения, излишки жира, SPF и следы макияжа. Формула идет реально уникальная, помогает свести к минимуму видимость закупоренных пор. Идеально очищенная кожа выглядит свежей, сияющей, и роскошная шелковистая текстура с тающими золотыми частицами дарит коже прям очень классный уход. Тут в составе идет золото 24 карата, которое увеличивает метаболизм, способствует усвоению кожи питательных веществ и уменьшает количество свободных радикалов, предотвращает окисление кожи, замедляет процессы старения. Также еще есть медовый экстракт, который предупреждает появление признаков старения, смягчает, повышает тонус, упругость кожи, укрепляет тонкую кожу и расклаживает мелкие морщинки. Вот действительно находка классная. Объем 150 мл, артикул 1576, лучше так сказать, да? Вот тут вот есть способ применения. Ставьте на паузу, да, то есть молочко мы наносим на ватный диск или кончики пальцев, слегка массируем лицо и шею и излишки смываем теплой водой. Используем утром и вечером перед нанесением крема, да, все понятно. И вот он наш состав. И состав просто обалденный, классный, легкий, приятненький и, конечно же, давайте, ох, я же забыла, тут же целая система. То есть первый раз мы его когда открываем, я его реально намучилась. Тут есть такая штучка-закрывучка, как мы смеемся, да? Вот, оно такое не супер сильно жидкое, но и не супер сильно густое. Такое вот молочко, очень приятный аромат. Прям такой, ну, понятно сразу, что это молочко, да, оно не 100 рублей стоит, оно стоит намного дороже, прям это, можно сказать, такая уже люкс-линеечка. Очень приятное, нежное такое. Знаю, что вы не любите слово склизенькое, но оно реально такое вот прям приятненькое, такое вот нежненькое ощущение такое у него. И очень-очень-очень приятный аромат. Ну что ж, мои дорогие, что я еще заказала, расскажу вам в следующих уже роликах, потому что что-то видео длиннющее, а рассказать хочется много-много-премного. Зачем оно мне, для чего оно мне, со всеми примерами. Поэтому до встречи с вами в следующем видео. С вами была Коннова Аня и проект Faberlic Online.